двигуни, пульти керування до медогонок, власне виробництво. На будь-які медогонки гарантійне обслуговування. Гарантія 3 роки. Приветствую всех на канале Мотоковод. С вами я, Юбак Игорь. Сейчас один. Ну, Машеньке, привет. Итак, друзья, сегодня воскресенье. Я немного был занятый. Сделал порядок во дворе, навел. У нас сегодня мероприятие намечается. Празднуем новоселье. Должны прийти гости. Ну и будем праздновать. Ну, ролик, конечно, не об этом, а ролик. Ну, вот, показываем немного наши пейзажи. А ролик о том, хотел бы сегодня посмотреть выборочно пару семей, те, которые не обраблялись проливом от клеща. Зачем это хочу сделать? Так как на данный момент есть уже ребята, которые теряют пасеки. Теряют пасеку, и, как на мой взгляд, это, конечно, все-таки клещ, потому что клещ их ослабил. На данный момент они уже такие никакие, обсираются уже понемногу. И, короче, проблемы. И как бы в чем весь суть ролика? Вы видели, как я обрабатывал, вы видели, когда мы пролили, мы видели, сколько было клеща. Для кого-то этого клеща показалось довольно многовато. Для кого-то мало, для кого-то много. А к чему это веду? К тому, что вот тут не обработалось, оно осталось. Исходя из смотрового уля, мы наблюдаем то, что есть какая-то, естественная особь клеща, которая все-таки будет отходить еще до весны. И посмотрим выборочные семьи, как они сейчас ведут, те, которые не обработаны, для того, чтобы те ребята, которые сейчас на данный момент имеют уже проблемы, чтобы поняли, знаю, что сколько у меня было клеща в момент пролива, где падало 10, где 20, где, конечно, 50, а где 60 упало, а где-то и 2, и 3. И чтобы они понимали, сколько тогда у них осталось, из-за чего привело к таким последствиям. Мы недавно смотрели с вами этот ряд, теперь давайте посмотрим этот. Понятия не имею, где какие семьи. Эти сидят, замечательно. Небольшим, конечно, клубиком, но тем не менее. Тут три лишние, вот эти три лишние. Клуб, ну вот тут и до конца, я думаю, видно. Пчелки сидят. Так, идем дальше. Особо каких-то таких помех пчелы не ощущают. У нас был ночью небольшой мороз, небольшой вообще, может, минус один, сейчас где-то около плюс три. Смотрим следующую. Ну, это семейка на весь улей. Не одна лишняя. Одна лишняя, тоже сидят благополучно. Вчера тоже смотрел ролик, где ребята все-таки утверждают, что холодная зимовка — это хорошо. Ну, друзья, сколько пчеловодов, столько мнений. Ну, результат тех двух роликов, это был ролик на канале Деревенщина белорусов. Белоруса, вернее. Ну и ребята поделились как бы роликами. Но суть того ролика, вот они говорили, холодная зимовка, я правда не понял. Это теплый улей, теплый пеноулей какой-то, дно закрытое, сверху стоит крыша неутепленная, через которую якобы идет какая-то вентиляция. Ну, конечно, она там идет. Ну, к чему веду? Ну, нельзя тот метод назвать холодной-то зимовкой. Какой он там холодный? Теплый улей, сверху. Пчелы компактно собрались там, где им надо, сидят. Так что, ну, как-то так. Так, тут ребята 4 лишние, вот так вот сидят. Особо незаметно, чтобы как-то клещ их терроризировал. Мое, конечно, предположение, что это клещ был не из конкретно из наших пчелиных семей. Мне кажется, это было все-таки перезаражение. Потому что в течение сезона клеща не наблюдалось. А вот в момент пролива все-таки он показал себя. Ну, тут, друзья, 4 лишние. На пятёк сидит плотным клубом. Плотным клубом. Так, еще посмотрим. Так, тут, друзья, 3 лишние, хорошо сидят, благополучно. И также, друзья, опять хочу заострить ваше внимание. Пчелы будут собираться там, где им больше, как бы, комфортно.
Вот в нашем, конкретно вот в этом исполнении Улика, где он пенополиуретановый улей, ну, теплый улей, где есть теплая крыша и есть сетчатое дно. Соответственно, друзья, у них все равно, ну, в любом случае, они будут собираться спереди, так как у них, ну, если мы им как бы сделали условия для сбора спереди, не мешали им, короче, соответственно, пустые ячейки у них будут спереди. А собираться они будут все-таки больше кверху, потому что, ну, снизу им немного-то прохладнее. Соответственно, они в этом месте ищут более теплое местечко. У тех ребят вот на канале белорусского пчеловодства «Деревенщина», когда там вчера мужчина показывал, он поднимающий крыши, конечно, пчелы у него были больше внизу. Но опять же, у него теплый улей, закрыто дно, верх как бы без утепления. И вот эти пчелы нашли в его гнезде более комфортное для них место. Оно чуть-чуть ниже, так как ну, нет вот этого открытого вообще пространства как бы на улице. Так что, ну, мое предположение так. А там кто как хочет, пускай так и думает, так как сколько пчеловодов, столько и версий. И тут спорить это бессмысленное занятие. Вот тут такая семейка, тут одна только рамочка лишняя, хорошо сидят. Вообще, на сегодняшний день, ходом зимовки, я более чем доволен, так как нет никаких проблем явных. Давайте еще посмотрим. Где это у нас та семейка объединенная? Так, вот она. Недавно мы ее с вами смотрели. Они, конечно, еще активничали. И дальше продолжают активничать, друзья. Вот такие вот дела. Ихняя активность заставляет их поедать корм. Поедавший корм они выделяют влагу. Поедающий корм влага, исходя из перепадов температуры, находит точку росы и конденсируется в виде влаги на пленке. Была бы нормальная семья, где не было бы никаких проблем, этих бы проблем не было. Ту семью мы в любом случае будем расформировать. Давайте еще последнюю посмотрим из семей необработанных. Вот видим, которая семья сидит благополучно. Тут буквально вот одна капелька. Хоть видим, что семья хорошая, нормальная, тут две лишние, на семёх сидит клуб, замечательно, и нет никаких проблем. Ну, как на наш взгляд, для кого-то и это проблема, ну, то бог с ними. Каждый имеет право на свое мнение. Мы же не утверждаем, что это самый лучший способ, самый или хуже, или такой, или сякой, мы просто показываем практику, чтобы ребята могли сравнить, принять решение. Потому что некоторые ребята вот гнут только свою линию, рассказывают, какие у него самые лучшие пчелы, все остальное говно. Одни утверждают, какие у них самые лучшие улья, у остальных говно, какой он самый лучший пчеловод, а остальные все говно. Ну, да бог с ними, с такими пчеловодами. Мы же просто-напросто показываем свое пчеловодство. А вы хотите — берите, хотите — не берите. Все, друзья, ну давайте еще какую-нибудь посмотрим. Вон с того ряда. О, давайте вообще в самый край пойдем, потому что я обычно-то смотрю какие-нибудь семейки так, когда делаю что-то во дворе. Возьму-то крышку открою. Ну, это, конечно, друзья, всегда там, потому что неохота ноги марать по болоту тут ходить. Соответственно, те семьи смотрятся, а эти, конечно, не смотрятся. Тут последний раз крыша открывалась, когда обрабатывалась от клеща. Я больше чем уверен, что вот эти все ряды. Потому что я-то их не смотрел совсем, и этих. Ну и сейчас вот выборочно посмотрим какую-нибудь одну. Ну, видим, тут все замечательно. Так, тут две рамочки. Лишняя искра, а пчелки сидят замечательно. Все-таки, скорее всего, наверное, друзья, откажусь от пленки. Потому что, как бы я не хотел не потревожить пчел, вот зачем пленка? Для того, чтобы типа я пришел, поднял крышу и не потревожил пчел. Но смотрите, что происходит дальше. Я крышу снял, и все равно руки чешутся поднять пленку. И я ее поднял. Так, тут, наверное, тут две лишние. Сидят замечательно. И я ее все равно поднял. Так же точно бы, конечно, я поднял крышу одним телодвижением. А так приходится поднимать еще и пленку. Так что, скорее всего, наверное, мы откажемся от пленки. Так, смотрим, друзья, последнюю. Так, тут с этого края одна лишняя.
И тут одна лишняя. А, сидят замечательно. Все. Фу, я совсем доволен. Все нормально. Так что, друзья, в этом году в любом случае клещ сделает свое дело на многих пасеках. И много кого научит. Много кто после этого клеща опустит руки, так как восстановиться будет очень тяжело. Кто-то возьмет это на вооружение, этот горький опыт, и больше до этого не допустит. И я думаю, будет какой-то с этого толк. Так что, друзья, все, на этом буду заканчивать. С вами был я. Подписывайся на наш канал, ставим классы, кому не нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.